А как это так, 1 июля, 1 июля? Ну сначала же было всегда 1 июля, 1 июля. Был 1 июля 68 года, а потом 1 июля 59 года. Сегодня у нас будет Сережа день рождения. Точнее, свой юбилей. Целых 60 лет. Вот тут у одного нашего родственника день рождения 60 лет. Да? Да, то ли 6, то ли 60. Ага, то ли 0,6, то ли 6,0, да? Тамара? Да, порешили выпить. Да? Да. Мы в деревне заскучали, научись сидеть там. Ага. Дай-ка в город съезди, может, где-нибудь удастся. Ага, и тут получилось такое. Получилось так. Смотри, а вы тут как? Я пришла пообедать. Да? И попала на юбилей. О, вот это да. Сегодня у моего любимого братика день рождения. Поэтому по такому случаю мы сегодня здесь собрались. Вечечек очень замечательный. Ну, рассказывайте, пойдемте прогуливаться и рассказывайте. Чего тебе рассказать? Ты все знаешь. А что рассказывать? Я все знаю. Ну. Что рассказать? Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. А какими судьбами вы? По какому поводу пришли? Я пришла, чтобы поесть. Какой? И на конкурс еще пришла. Да? А в честь чего-то этого? Поесть и конкурс? В честь чего? В честь день рождения дедушки. Да? Ой, какой замечательный повод. Спасибо, Рубин. Да, тут, конечно.
Столько лет я знаю, с которыми мы верные. Вы знаете, я даже не знаю, что сказать. Я всем вам желаю, самое главное, здоровья всем, чтобы вы подольше жили, побольше, чтобы у вас было радости, а не надо ни горечи, ни каких-то, чтобы вы их обходили, или даже, чтобы они вас обошли. Поэтому я сегодня рад, спасибо всем большое. Я, как говорится, говорю, ты не мастак, но вы поняли суть моего, да? Дай вам Бог здоровья всем. Дай вам Бог, что вы хотите. Дай вам Бог здоровья. Все собираемся на 70 лет потом. Спасибо всем.
Thank you.